Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы на канале Афана Физик, и сегодня мы с вами послушаем Fallen Castle и Elmora Phantom. Еще один SK-трек, который VIP-заказ. Да, я очень рад, на самом деле, то, что у меня есть определенные люди, которые шарят за SoundCloud и донатят мне их треки, потому что я бы хотел понемножечку уже начинать как-то входить в этот мир, но я все никак не вхожу, и вот с помощью вас хотя бы немножечко это получается. Это очень круто. Спасибо большое за поддержку, это у нас VIP-заказ, огромное спасибо. Очень приятно от того же человека, что и прошлый VIP-заказ. Реально, огромное спасибо. Я надеюсь... А на что я надеюсь? Я нихуя не надеюсь. Короче, я надеюсь, что вы перейдете по ссылке в описании на Twitch, зайдете туда на Donut Alerts, все прочитаете внимательно, внимательно, главное прочитать, задонатить и ждать себя. Да, если вы, конечно, хотите, никого не заставляю. Вот. Вот. Очень интересная блога. Очень интересные люди. Fallen Castle, Elmora. Интересные ники. Ники Комори, да? Угу. Меня плавит, забейте, да, меня плавит. Короче, я надеюсь, что это будет хорошо. Сейчас посмотрим, что это за стиль. Да, походу, большой трек. Окей, окей. Телеграм тоже в описании. Там есть список, если что, платок. Ну и на Ютубе. Как бы платки выходят стабильно, да. Слушаем. Фантом. Это, кстати, последний трек с альбома. Окей. Года чем-то напомнила, как и прошлый, да, 2004. Оттенков кода, блядь. И лав. Код 66, блядь. Залетел. Респект. Ну, допустим. Да, код 66. Прикольный вайб. Правда. Не мой стиль. Предыдущая випка побольше зашла. Это что-то такое прям... Ну, капа намеренно тихая, да ведь? Капа намеренно тихая. Ну, тут на вайбе все зациклено. Да. Угу. Почти там на продах вилейн какой-то. А я хуй знает. А остальные треки не похожи на этот вообще? Да ёбаный.
Бро, оцени трек, 200 рублей стоит. И то ждать, ну, много, дохуя. Оцени мой трек, пожалуйста. Охуеть. Тут, кстати, все анрелизы, блядь, кроме этого. Реально, а сколько ждать? Бро, если ты донешь 200 рублей, ждать, блядь, ну, дней 20, нахуй, где-то месяц. Потому что там огромная очередь. Если ты хочешь побыстрее, завтра за 500 рублей, допустим. Да. Прямо сейчас, к сожалению, никак, потому что уже две випки заказали. Уже две випки заказали. Я жду 2 месяца. Ты не ждешь 2 месяца, это ложь. Ладно, это на лайс крабом с КБ. Ну, бро, я могу в целом записать, запомнить на будущее. И, ну, если надо вдруг. И потом ты когда-нибудь вернешься. Если вдруг. Ну, ладно, в любом... Ну, окей, спасибо большое, спасибо, ладно. Огромный респект. Сори, что так вышло, ну, там, если что, на донат Алясу все написано, так что, как бы, моей вины нет. Да. Спасибо. Я не скамил, блядь, ну это просто донат, нахуй. Ну я не скамил, блядь, просто пожертвование на лейс с крабом. Касательно этого трека. Интересный стиль, прикольный вайб. Все вокруг вайба зациклено. Я согласен с Филончиком, да. Припев, не знаю, мне Эльмора поменьше зашла. Я вижу в этом треке чисто 50 оттенков кода. Причем, да, вы же понимаете, что код очень разносторонний. Он там с 2015-го, нахуй, делал по вот этот год, по 2024-й. И постоянно какие-то разные темы, разные сведения, разные вещи. Он постоянно все разное, блядь. И тут вот чисто 50 оттенков кода. Разнообразный трек, особенно парт Fallen Castle, но... Разнообразен за счет того, что он использует какие-то разные вещи откуда. Правда, как будто это прям пиздец им вдохновлено, я хуй знает. И это, наверное, круто, потому что код сейчас немножечко другие вещи делает. И как будто такого от него не дождешься. Ну, вот тут был в моменте где-то тут что-то похожее на нынешнего. Но это прям вообще реально прям код 66. Местами love. Так это второй код 10. Ну вот, я про это. Сам Рэхэй чекни одним глазом, там вообще код один в один, хоть вне видоса вдоль хуя, главное чекни. Как он делал, там не отличишь, если не будешь знать, кто воет. Хорошо, Fallen Castle, да? Короче, треки не добавлю. Прикольный стиль, спасибо, что познакомил. Но по факту реально я вижу в этом 50 оттенков кода. Summer Hate, да? Чисто одним глазком глянем. Блять. Всем пока! Арлекин учила. А, вот вижу. Нет, вы чё, блять? Вот тут уже, да, лучше. Вот тут уже больше похоже, точнее, я имею в виду. Да-да-да, вот тут, вот когда вот... Ну ладно, что-то есть, хорошо. Еще трек. Ой, Вилончик, вы посмотрите, как Вилончик сейчас меня просто заскамил на 100 рублей, блять. Я уже столько треков бесплатно, понимаете, послушал. Ну-ка еще раз. Блять, а где? Второй? А. Ну, блять. Я нашел трек, где капа еще хуже, чем в окей, послушаю. Да, тембр похож, да-да-да, хорошо. Ну это буквально, да, второй код 10. Но тут еще местами на лава было похоже. Угу. 50 оттенков код 66, короче, вот так-то. Нет, 66 оттенков кода, блять. Вот так, да. Отлично, блять. Как-то так. Спасибо, бро, большое, что познакомил. Это интересно, я такого не видел.
Падка, когда «А я что слушаю, придурок?» Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, не забывайте про Телеграма, Твич, Бусти, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.